Доброго всем вечера. Покажу, как делаю панно вот такие. Панно, она же подставка под горячее. Зацепила меня эта тема. Напилил вот этих кругляшей из обрезков. Делал обрезки. Вишни показывал я. Тут тоже тонкости свои. В каждом деле свои какие-то моменты, нюансы. Ну, во-первых, когда... Что я делаю? Немножко на фанере. Это на дубе была вот эта вот штука, подставка на дубе. И поскольку они не все одинаковой высоты, я равнял после высыхания. Это клееная, она потом выравнивается по мере высыхания. Куст такой получился, куст не куст. Я прохожу УШМ-кой, шлифую, но я хочу попробовать фрезером это сделать. Наверное, сегодня попробую, покажу, как оно. Клей хороший, не знаю марку, но узнаю, кому надо, уточню. Работа интересная, чем внимание тренируется, моторика рук, ну и красота создается. Если вижу, где кора лишняя, вот острая стамесочка, снимаю. Пинцетом либо рукой достал, поменял, посмотрел, как будет. Ну, процесс интересный. Где-то не снимаю кору, где-то снимаю. Что я буду делать? На это поле, на котором будет подставка. Ну что, все просто. Отцентровал, сделал оси. Вертикаль, горизонталь, и перекладываю на клей, сажу потиху. Потом обхожу, когда высыхает. После шлифовки, нормальное уже, вот до нормального ровного состояния, вот такого вот, что ровно, все у нас ровно, все стоит, не падает. Потом уже масловоск, внутри, когда горячее будет ставить, он будет давать запах хороший. И пропитывать доску, она будет вечная, дуб нормально будет служить хорошо. Трещину я вчера зашпаклевал, смазал, это горело, это ничего, вот трещина зашпаклевана, она будет служить и радовать глаз. Можно на стену повесить, да что угодно можно сделать, сковородку поставить, там что-то горячее, да и так свете понравилось, горит, это оставляем. В общем, буду помалу делать, показывать. Клей я наливаю, да, в любую крышечку. Много не надо, он, чтобы не схватывался, клей. Вот мне еще, спасибо соседу с мастерской, их принес вот такой клей. Он густой, в бутылке. Столярный какой-то клей. Пока не сильно холодно, он... сохнет и на мастерской, добью этот, буду с этим работать. Буквально вот любую крышечку я возьму, налью сюда клея немножко и буду показывать работу. Сейчас вам паузу сделаем. Ну вот, выложил центральный круг. Смазал кисточкой места соприкосновения, смазал выше, ниже, это уйдет, это не страшно. Прижал, определил, чтобы хорошенько, пока жидкое, можно их сформировать как-то. Идем дальше. Можно и так, лишнее на бока вот этих соседних кинул. Раз, нижняя. Так, у меня тут дуга. Надо вверх и вниз вести. Ну, дуга, я имею в виду закругление. Такие как бы стороны закругляются. Поджали. Еще три идет вверх. Нет, буду я потиху идти.
клей прозрачный, потом от него не остается ничего. Соприкосновения с пищей тут не будет никакого. Поэтому подбор, да, подбор по цвету, по форме — это главное. Ну, пока медленно, у меня это третье или четвертое изделие. Так, теперь идем вверх 3. Клей хороший, схватывается как надо. Ищем точки нормальные. 3, так будет. 1. Здесь где кору убирал, где нет, где вижу, как с корой будет смотреться, не смотреться. Есть кора уже треснула, отошла, тогда она хорошо снимается. Я ее убираю. Теперь можно 3 справа положить. Да, вот так будет. 3 вправо. Хорошенько дно промазываю. Потом прижимаю, поскольку они в разной высоте и будут потом шлифоваться, либо фрезером я сниму, попробую сегодня. 2, 3. Попробуем пока так. 3, и мне нужно еще 2, чтобы дугу завершить. Чтобы дугу с одного бока закончить. Я не парюсь насчет их разной высоты. Так, у нас еще одна сюда пойдет. Потом просто их, если перепутаю, не отодрать буду. 3, а теперь добавлю клея. Проверили плотность, чтобы они не было потом сюрприза. Вот это пристало последнее уже неплохо. Пробовал я сразу дозатора есть, пробовал с дозатора, не совсем то. Так, у меня третья центральная сейчас пойдет. Отлично. 3. 3 и 2 боковые. Так, тут контакт. Есть контакт. Как бы такая дуга. Вверх чуть выше. Ну ладно. Это не страшно. Пока живые, можно чуть сдвинуть. Все пойдет.
Так, пока так идет. Все вроде как. Наблюдаем. Три. Главное их стыковочка, чтобы была везде хорошая, тогда будет нормально все. В процессе пришлось немножко поменять фишечки мои, камешки. Сбиться несложно. Теперь я иду от центра вот этого, чтобы симметрично сохранить. Иду, края собираю. Обязательно бока промазывать, чтобы схватывалась каждая фишка еще и сбоку. Прижали. Так, тут заканчиваем вот этими. Ну, чуть это больше, чуть меньше, да, ничего страшного. Нет у меня другого варианта. Получилось, тут красные будут по диагонали тут. Так, мы с этим потом займемся. Я иду симметрично. Нет, тут начал с корой, значит, надо с корой. Так. Это сюда пойдет. Значит. Немножко не бьет. Хотя, в принципе. Вот присохло уже хорошенько. Маленько надо сместить. Да, вот так. И тогда будет гуд. Вот, собственно, все стоит, никуда не падает. Пройду сейчас кистью, затру вот эти вот переходы внизу, с водичкой немножко пройду. Потом протру мокрой влажной тряпочкой весь верх. Вот так вот затру этот клей и пройду потом в местах прилегания краев еще раз пройду. Уже другой кистью помягче. Вот с водичкой. Мягкой кистью пройду.
Ничего страшного, фанера водостойкая, как и влагостойкая, как и из дуб, он впитает, потом отдаст. Вода высохнет, просушиваю хорошо. Вот таким эмульсией такой пройду, уберу лишнее. Попадет у меня в эти мелкие где-то нестыковка клей, опять же, и он все это дело закрепит. Но сегодня я хочу проверить склейку, выдержит ли склейка фрезерование этой поверхности неровной. Все тут убирается, этот клей лишний промазывается. Вот такая фигура лесожу получилась. Что пришло в голову, то и сделал. Чем хорошо творчество. Как говорится, да. Никто над тобой не стоит. Что пришло в голову, то и сделал. И так она нормальная, и так. Можно обрезать, крючки повесить, ради бога. Если будет красивая картинка, а это мы увидим, когда просохнет, и либо фрезером, либо шлифкой я сниму это. Другого варианта я не вижу. Станка у меня нету, чтобы запустил его. Ты где тут поставишь станок? Все, клей. Как-то так. Так, я это ставлю на сушку и ставлю фрезерный свой столик, приладу, и покажу, попробую фрезеровать. А, влажной тряпочкой. Сейчас. Влажной, чистого тут нету. Оторвали кусочек. Снять, вытереть лишнюю влагу, лишний клей. Пока, ну все, конечно же, вида нету, как в любой заготовке. Клей, конечно, бомба. Но до завтра он должен полностью этот эскизик просохнуть. А потом будем, что хочем. Что хотим, то и буду делать. Да, прилегание везде отлично. Все, класс. Все, поставлю под вентилятор просушиться. Всем добра. Длинный ролик получился.